Давай. А теперь что, веревку? И дальше ты куда? Дальше что? Что ты сделал? О, что ты сделал? Эй, друзья, всем море привета, всем бугагашечки, Нептуна здесь, это рубрика «Инди-ужастики». Сегодня мы будем кушать вкуснейший мед вместе с Пухом в игрушке «Время меда» вместе с Пухом. Это хоррор, друзья, про одного из персонажей Диснея, а именно Винни-Пух. Добрый, веселый, мягкий и плюшевый медвежонок, который очень любит мед и хочет с нами им поделиться. Давайте. Хочу отведать вкусного медку. Нажмите «Tab», чтобы посмотреть ваши заметки и собранные письма. Так, задача — найти дом Пуха. О, мой дорогой друг, я буду ждать тебя сегодня вечером под звездами. Я сделал замечательный новый мед. Это очень вкусно. Я хочу, чтобы ты попробовал это. Пожалуйста, приходи и побалуй себя вместе со сладким медвежонком в еще более сладкое время. Ну, перевод немножечко корявенький, все-таки здесь перевод машинный. Ну, хотя бы такой. Подпись Пух, Винни-Пух. На самом деле, здесь история такая же, как и, вспомните, с Микки Маусом. Я не так давно снимал на канале «Инди-ужастик» про проходик Вилли. На самом деле, здесь, друзья, просто авторские права отошли от Диснея на персонажей некоторых, в частности, Винни-Пух, там, Пятачок и прочие. Они права отошли от Диснея и стали общественным достоянием 1 января 2022 года. И начали все делать по Винни-Пуху разные ужастики, даже фильмы ужасов, типа «Винни-Пух, кровь и мед». То же самое недавно было с Микки Маусом. По нему тоже куча разных ужастиков готовит и игр. Ну а, собственно, здесь у нас Винни-Пух. Помните диснеевский мультик, мультсериал? Мишка, плюшевый мишка, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну что может быть плохого? Нас всего лишь хотят немножечко угостить медком. Лампы. А, я могу бегать, кстати. Видимо, нам нужно найти Винни-Пуха и его дом. Ну, хотя он сказал, что будет ждать меня под звездами. Он отправил мне письмо. Нельзя заставлять медвежонка ждать. По-моему, он там. Вроде бы. Мишка, плюшевый мишка. Ой. Блин, какой-то недобрый. Он очень недобрый. И смотрит он конкретно на меня. Привет, медвежонок. Привет, старый друг. Привет, Винни-Пух. Я получил твое письмо. У тебя на тебе много большого красного. Что-то там. Это мой новый мед, который ты собираешься кушать. Какая-то конкретная причина, почему это все красное? Ну, типа, мед красный, да? Че, есть какие-то проблемы? Не-не-не, все нормально, нормально, нормально. Пойди сюда. Моего героя смутило, что у него мед какой-то красноватый. Возможно, он сделан из крови? У-у-у, какое у него прикольное место. Тут какие-то веревки. Но это пока что не активно. Пойдем за ним. Винни! Добрый медвежонок Винни, что такое? Мне не нравится этот топор, Винни. Я хочу медку. Медку. А где медок твой? А, съесть. Это мой новый рецепт. Попробуй. Мне бы очень хотелось знать, почему это все красное. Это клубника? Ты же знаешь, я ненавижу клубнику. А, неважно. Хорошо, я делаю больше. Он пошел еще делать больше меда. Возможно, играю за Пятачка, который пришел отведать. Боже, где он там добывает мед? Ням-ням-ням-ням-ням, вкусно или нет? Я типа съел? Я чувствую запах. Что случилось? Ты куда ты идешь? Я просто разминаю ноги. Ну, хорошо. Было бы плохо, если бы ты не мог их перемещать. Да, конечно, это было бы плохо. Иди возьми мой молоток и мое ведро для меня. Мне это нужно для приготовления меда. Попробуйте подобрать инструменты, заметки, пока Винни-Пух не смотрит. Здрасте. Видите, глаза краснющие. Блин, а куда... Где мой фонарик? Подождите. Где управление? У меня фонарик был, потом он куда-то исчез. Самый дорогой друг, я буду ждать тебя сегодня вечером... А, подожди, это было. Пух послал меня, чтобы получить воду из реки, но я пошел не по...
по неверному пути оказался в колодце. Я никогда не видел этого раньше. Поэтому я прошел, спросил Пуха, всегда ли он получает свою воду от реки. Пух сказал, что вода была для меня, а не мед. А потом подошел ко мне. Странно, интересно, почему я внезапно не чувствую своих ног? А, вот они. Дорогой друг, я умираю. Ничего не понял? Опять же ломанный перевод, но, по-моему, ему отрубили ноги. Так, нужно найти инструменты Пуха. Это ведро и молоток. Ищи другие инструменты и заметки. 3 штуки, чтобы сбежать позже. Дайте инструменты для Пуха, когда вы чувствуете себя, ну, когда будете готовы. И у вас есть все заметки. Что произошло? А! Жесть, а чё он сорвался так внезапно? Обалдеть! Обосраться можно, а чё он такой бешеный-то? Кажется, я понимаю. Он бегает вокруг дома и смотрит в окна. Если он замечает, что я не в зале, где мед, а в другом месте, он может меня убить. Вот, посмотрите. Обалдеть. Сейчас подождем, пока он свалит. Давай, сваливай. Там еще вот заметка была. 3. Пух пригласил меня на ужин сегодня вечером, но я еще не видел еду. Я сказал ему, что могу помочь ему охотиться на свинью, как ту, с которой мы использовали. Он щелкнул мне в шею и сказал, чтобы я не говорить о Кристофере таким образом. Это мальчик, да? Хозяин имени Пуха. Поэтому я спрятал его любимую медовую палку в его комнате, ту, где вы читаете это, прежде чем я умер. Он глупый медведь, которого он не заметит. Что? Черт, этот парень, его дорогая, в любом случае не была хорошей. Где-то здесь какая-то палка. Я здесь. Метла есть у него тут. Какие-то книжки странные, паутинка. О! Палка, нафига нам не палка? Его любимая палка, типа. Есть топор. Я не понимаю, что от меня хотят. О! Я нашел, что это? Оторванные внутренние органы, спрятанные за коробками, так беспалевно. Не совсем понимаю, что мне нужно делать. Тут так очень темно, у меня фонарик что-то не работает. Заперты. Еще одна записка. Я не знаю, кто найдет это, но Пух ведет себя странно. Мне не нравится, как он смотрит на меня, поэтому я его ударил, а он ударил меня в ответ. Полная смелость. Мы сражались, но я имею в виду, что он медведь. Я должен был бежать. Я собирался вернуться назад, но он разбивает ее, как маленькое дерьмо. Что? Я нашел сухой колодец и выкопал тоннель до Ханивиллы. Я вернулся в его дом и оставил эту записку, прежде чем уйти с другими друзьями, которые ходят сбежать, хотят этого сумасшедшего медведя. Короче, выход, я так понимаю, в колодце где-то. Ой, и что? Я этого не понял. Я не понимаю механики. Почему он сейчас реагировал-то? Или типа, когда все 3 записки находишь, что он автоматически вот это вот все начинает максимально быть агрессивным? Он реагирует на записки, которые я нахожу. Если он замечает, что я что-то беру, не по задаче, а по запискам, он начинает меня убивать. Брать нужно только квестовые предметы, то, что просят. Вот здесь я находил молоток, вот он. А что мне с ним делать? Я не знаю, куда идти на улицу он. У меня есть молоток, окей, хорошо. А где ведро? Это чертовски темно, а вот ведра. Но это не те. Серп есть, какие-то книжки. Жуткие картины. О, молоток, ведро. И что? Ищи другие инструменты, заметки, 3, чтобы сбежать позже. То есть мне нужно сначала найти все заметки, потом... Хорошо, мне нужно найти заметки. Я здесь. Я все хорошо. Ты же не заметишь, да? Не заметил. Нет! Он же в другой стороне стоял, не надо... Я понял. Сейчас взял 3-ю записку. Короче, нужно брать только тогда, когда он... Ну, вы поняли.
Когда он бегает, когда он стоит на месте и смотрит, нельзя ничего брать. Насчет молотка не уверен. Он же попросил меня молоток и ведро найти. По-моему, это никак не влияет. Ну вот, я все сделал. Дайте инструменты пуху, когда вы будете чувствовать себя готовым. И у вас и все. Все, у меня все готово. До колодца, чтобы сбежать. Окей, вот, держи, я принес. И куда ты направляешься? А я просто ухожу. О, жаль тебе. А где колодец-то? О, фонарик включился. Что это было? Я сбежал? Нет, я не сбежал, он меня поймал. Ты знаешь, что ты неплохой друг, я уверен, что ты просто боишься. Новые вещи страшны. Вы не понимаете их, но они на вкус такие же хорошие. Я имею в виду красный мед. Это как есть суши. Ты просто в замешательстве, это все. Он, короче, мне пытается сказать, что новый мед классный, сделанный, видимо, из крови и плоти. Круто. Так, нужно как-то найти способ. Если слишком много видителей, он заметит, понятно. Подождем, пока он свалит, и попробуем отсюда сбежать. Что это? Может быть, ты плохой друг, хорошие друзья должны есть мед. Хорошие друзья жертвуют за другого. Хороший друг кому-то принесет конечность. Да. Да блин, что это за жесть? Ой, в какой момент нужно пилить? Так, народ, ну, я предлагаю, помимо всего этого прочего, взять остальные предметы. Вдруг они тоже мне пригодятся. Вот я взял кусачки, веревка нафига-то, зачем-то. Еще помните, это палка была? Странно, что эта дверь заперта. Вот здесь есть палка. И нужно с этим быть аккуратнее, потому что он как раз-таки агрится, если я беру палку и прочие вещи. Если он в это время смотрит на меня. И он меня может убить. Допустим, давайте попробуем. Еще раз. Он меня, скорее всего, всегда будет догонять. Но предмет остается со мной. А, вау, 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 вау. Он меня всегда будет догонять, я так понимаю, да? Ай! Черт подери! Началось! Видимо, сильно нельзя долго и быстро резать, потому что он замечает, он слышит меня. И все. Кусачки пока что тут особо тоже не нужны. Тут только ножовку нужно использовать. Оу! Я понял. Независимо от того, когда он там говорит, нужно резать, резать нужно постоянно. Но это нужно делать на время, потому что иначе он меня убьет. О! Воу! Боже, 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 спаси меня, спаси и сохрани! Он идет, но уже не так резво. Так, по-моему, вот сюда нужно, наверное, потому что если прям побежать, мы придем в начало, откуда мы начали играть. А здесь еще ни разу не был. Что это за область такая? Что это? Речка? Вы что, угораете? Какая речка? Ой. Вау, нифига, охренеть, я прыгаю. А что-то красное, смотрите, вон. А тут непроглядные леса. Боже, я не знаю, куда мне бежать. Ай! А, я к нему домой пришел. Ой, не надо! Тупое красное свечение. Там вообще непонятно. Пошел налево, пришел к воде. Где колодец этот тупой? Ладно, пофигу, побежали прямо. По этим фонарям, ну, скорее всего, просто сейчас приду в самое... Еще одна тропинка налево. Это уже какая-то другая. Первую я пропустил. А это другая. Еще одна тропинка. Блин, мне бы карту. Блин, это чудо-юдо за мной бежит. Что, заборчик? Я нашел заборчик. Веревка. Может, в какую-то яму спуститься на веревке? Что? Эй! Что-то еще? Подождите. Кусачки!
О, а вот и колодец. Мне нужна палка. А, сейчас, подождите. Я понял, куда бежать. Вот и колодец. Короче, нужно все инструменты взять, палка, открыть колодец и туда, видимо, сигануть. То есть сначала палку, потом веревку. Погнали. Так, попытка 2. Давай щелкай, а потом сразу берем палку. Вот так. Палку. Вот так. Давай. А теперь что, веревку? И дальше ты куда? Дальше что? Что делал? О, что ты сделал? Ага, сюда надо нажать. О, я успел! Да! Спустился в колодец. Поздравляю, вам едва удалось сбежать. И время. Та-та-пам-пам. Вот и все, друзья, мы сбежали от Винни-Пуха. И ни в коем случае не стали пробовать его жуткий мед, красноватый, видимо, сделанный из человеческой плоти и крови. Такие дела, друзья. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Непременно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, на мой Дискорд-сервак, на мой Бусти и на Дзен. Все ссылочки в описании. Всем желаю хорошего настроения и сладенького медочку. Всем пока-пока.